Ну, а может быть, все-таки, о чем говорят мужчины, три? Я за. У меня столько всего накопилось. Дорогие жены, все мужья изменяют, кроме вашего. Ну, сколько можно, хватит. А если какой-нибудь третий день? Ну, смотрите, день выборов, день радио, день шахтера. Понятно. Дальше. Ну да, согласен. Эти третий фильм уже надоели. Надо что-то новое. Да, я бы сыграл какого-нибудь яркого персонажа. Милиция! Милиция! Не чересчур? Нет, смешно. Ой, я тоже. И чтобы обязательно какие-нибудь трюки. Наши. А где здесь сортир? Хорошо, а красивую актрису какую-то возьмем? Ну, конечно. Так это же я. И обязательно возьмем глубокого, мощного артиста, мхатовского. А-а-а. Он внесет основательность. Достаточно. Вот. А сюжет, история, ну почему они все вместе вдруг оказались? Они накануне сильно погуляли, проснулись и не помнят, что вчера было. Не помнишь, как я вчера спать пошел? А, помню. Так встал и пошел. Я так всегда и делаю. Ну, предположим. А где это все происходит? Они как раз пытаются это понять. Входной двери нету. Я искал. Как нет? Так, нет. Бывает есть, а бывает нет. Вот сегодня нет. Ну, мы же как-то сюда попали. Куда сюда? Мы вообще где? И что было немножко страшно. Ну, так, иногда. Надо еще Нону взять обязательно. Сволочь, скотина. Аж так и знала, что ты шляешься. А может быть, какую-то зарубежную звезду? Пандама. Ну, согласен, не надо. И название какое-то неожиданное. Быстрее, чем кролики. С 1 января во всех кинотеатрах страны. Вы чего орали? Ты зачем стрелял? Вы заорали, я застрелял. Тихо. Вы это видели? На что было похоже? Ты что, не видел? Я ж стрелял, глаза закрыл. Быстрее, чем кролики.